Привет, народ, привет подписчики моего канала, а также зрители. Продолжаем проходить XCOM. Да, прошлая миссия у меня не получилась, я так и остановил серию, потому что надо было идти по делам. Будем играть на уровне сложности легенда. Вот, ничего нового. Да я просто даже не переключаю. Вот. Черный рынок. Ну, сможем продавать. Поселение, материалы. Миссия. Если мститель просканирует сектор, XCOM сможет расследовать происходящее. Давай. Следуй. Будем ждать каких-нибудь заварушек. Да-да, я помню. Сейчас там прибавится. К сожалению, не смог загрузить ту миссию. Там всего 3 хода оставалось, поэтому приходится ждать ее с самого начала. Ага. Че, опять что ли? А, еще здесь. Да-да-да. Будем поскорее. Радио сопротивления. Начать новое исследование. Да-да-да, это мы все в предыдущей серии проходили уже. Так, где там радио? Все, будем 7 дней ждать. Так, сюда. И продолжаем. Несмотря на то, что в этом районе все еще можно встретить следы поселений, возникшие после вторжения, жизни здесь нету. Используя центральный компьютер Мстителя для поиска, мы обнаружили несколько тайников материалов в ближайших зданиях. Окей. Установление контакта. Я что, так и не установил контакт? Походу нету, если там нету линии туда, на Мексику. Ну что, давайте. Быренько. Да-да. Ну что, давайте. Шейцы сознали силу информации, теперь стремятся защитить ее от посторонних глаз. Ну да. Как-то слишком много информации. Все, давайте уже. Показать задание. Давайте. Мотнемся туда. Что-то там серьезно. А, это походу тот самый VIP, который мы так и не прошли. Трое. Выбрать бойца. Что, никто не может? Нет, втроем я не пойду. Мне нужен новобранец. Сейчас. Оружейная, бойцы. Нет, подожди. Вербовать. Мужик кого-нибудь завербовать. Так. Ну, кто мне здесь больше симпатизирует? Какую-нибудь телочку завербовать, я считаю. Хотя их так много. Это некрасивая. Не то, не то. At least we don't have to worry about keeping the council happy anymore, even with the spokesman lurking in the shadows. Ладно, давайте Самуэля. Мы же на задании были, нет? Нам вот сюда вообще надо начать операцию. Все, теперь у нас 4 бойца. Угу. Какой-то он немного вялый, нет? Посмотрим, что он может. Давайте начинаем операцию. Ну, снайпер наш как был жив, так и остался.
Он здесь лидер, старший. Уже сколько операций пережил. Отвезем. Если успеем. Надо будет того. Не знаю. Рептилоида, как он там сказал. Убить. Но только как-то, знаете. Вот, особо недолго это все делать. Конечно, давайте высаживаться. Качество, потому что... Ну, на YouTube я видел, что... А, то есть оно так уже, да? Ну, можно, можно. Оно по-другому, походу, на этот раз. По-другому миссия выглядит. Так, что нам надо? Нужно снайпера. Желательно повыше. 12 ходов. Ну, хотя бы VIP у нас. Не надо за ним бежать никуда. Давай, беги. Анна. Анна идет сюда. Противника пока не видно. Противник виден. Но пока он нас не видит. Так, ладно, ну я понял. Спалили нас, походу. Есть хорошо. Угу. Ладно, это, походу, будет заварушка еще та. Процент. Ясно, понятно. Не, нужно хорошенько так запрятаться. Стрелять можешь? А гранату дотинешь? Гранату не дотинешь. Тогда своей дотинешь. Так, ты уже ходить не можешь. А по кому-нибудь попадешь? 53. Вот поэтому надо попасть. Желательно. Плохо. Ну, снайпера тебя точно уже не возьмем. VIP. VIP, будь добр, прячься. Давай, глухая оборона. Ну что, посмотрим, на что ты способен. Да, но опять же тебя сюда не хочется особо прятать. Давай сюда. Попробуй достать хоть кого-нибудь. То есть здесь у тебя неплохая позиция. Давай, пытайся. Отлично, 6. Назад, блин, подбежит и ударит. Я надеюсь, что этого не произойдет. Что-то пометил, что ли, или что? А, панику. Ну да, вот это самая лучшая позиция. Сиди уже на месте. Куда ты бежишь, блин, на открытую местность? Дурак, блин. Промах. Машина горит-то хреново. Хотя, если отбежать, скинуть гранату, то можно будет двоих накрыть. Так, Ваню только не попадите. Это хорошо, что ты лагает. Уйди отсюда. Сволочь. Не, я не хочу. Я лучше сейчас загружусь так побыстренько и... Да. Ну, кто же знал. Не надо было ее сюда посылать. Так далеко. На несколько ходов вперед. Ну, просто мы могли бы там этого чувака снести. Очень браво. Так. И лихо.
я бы сказал бы. Все, давайте распределимся, как и было. Снайпера повыше посадим. Давай, 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 беги. Андермув. Ну, вот так вот будем. Потихоньку продвигаться. Ну вот, больше не надо. Хорошо село. За укрытием, по крайней мере. Так, а те, я надеюсь, не спалились. Так, сектоида мы можем бахнуть? Давайте попробуем. Все равно вы навещли. К вам иначе пока никак. 4 урона, замечательно. И он открытый, по крайней мере. Так, теперь с тобой надо что-то решать. Ну, я здесь помню, хорошая позиция была. Ну что, будешь исправляться? Ну, попади, попробуй хотя бы по нему. Ёлку только снес. Или что это? Мист. Так, этого надо хостеса спрятать. Давай глухая оборона. Так, вот тебя как-то вот. 65. Поближе тоже надо подвести. Ну, давай по стандарту сюда рассадим, как и было. Может, тоже гранату швырнуть ему туда? Нет, давайте так попробуем. Отлично, крит снес. Минус один. Повышение, молодчик. Один хп. Плохо. Ну, хоть так. Вот этого надо замочить. Он вроде как... нехороший такой молодой человек. Давай ему в упор. Дура. Come on. Come on. Попробуем снайпером. Снайпер у нас вроде как опытный. 4. Сойдет. Хотя мог и лучше. Все, давай. Братюня. Не, сначала ты походишь. Давай, пытайся. Молодчик. Спасли нашу подругу. Так, нет, ты давай в защите, а вот ты... давай постреляй немного. Вообще, конечно, гранатой было бы его хорошо, чтобы наверняка так. Но пока подэкономим. Надеюсь, это не ошибка критическая. Ну, ты вообще, смотрю, сегодня не в настроении. Бегает. Нет, давайте снайпера сначала попробуем. У него процент повыше. Пускай получает квалификацию. Угу. Молодец. Но рассиживаться у нас нету времени особо. Поэтому будем подходить потихоньку. Ну что, никого там не засветило? Нет? Давай, перезаряжайся. Ты сюда. Шотны пускай позади будут. А, хостес. Хостес, хостес.
Да хоста со мной как-то особо даже и ходить пока не надо. Хай уже сидит здесь в обороне. Чем он дальше, тем лучше. Для всех. Блин, шот на Уилл вперед. Не надо было. Ну вот, о чем и речь. Придется убегать, отступать им и отстреливаться по пути. Пометил. А! Он же так умеет еще у меня. Из своей фишки. Не попал. Лучше попал. Я не про тебя. Ну, вот так вот хорошо. Не хочу, чтобы нашего немца убили тут. Но он такой уже стрельный чувак. Надо по возможности, конечно, оружие наше улучшать. Все? Можно я похожу уже, наконец-то? Или еще не можно? Все, хорош уже. Так, ты по кому попадешь? Нет, давай сначала снайпер походит, а там уже решим. 100%. Ну-ка, давай-ка, 100%. 5 хп, он даже не пошевелился. Вообще, походу, не больно даже. Подожди, а что с ним? Что так колбасит-то? Приятель, с тобой точно все в порядке? Нет, теперь ты ходишь. И вот как бы так с тобой походить, чтобы тебя вообще не тронули? Давай-ка, знаешь что? Может, в сторону тебя увезти, я так подумал. Давай в сторону. И постреляем немного. Отлично, молодец. Красиво работаешь. А вот тебя? Я бы тебя, конечно, тоже высадил бы сюда. Но я очень боюсь, что прилетит граната и... Всем нашим стараниям придет конец. Давайте сюда. И походим тобою. Блин, граната не хочу ходить. 26. Ну, попробуй. Ну, ты у нас снайпер точно будущий. Да, ammo fast. Снайпер от бога просто. Слушай, тебя может это наблюдение посадить? Так подумал. Давай сюда, и там посмотрим, кого достать сможем. 42. А давай тебя, ты здесь как-то побольше. Все, сложился. Молодец. Ну, это сейчас сбежит, я думаю. Или не сбежит. Посмотрим. Ну, немец, конечно, везучий. Это хорошо, что я его увел. Так, там что, бежит кто-то еще? А, просто взрывается. Наверное, машину потому что задели. Перехватчики. О, понятно. Так, давай перезаряжайся. Попробуй с пистолета. Красава. Красавельчик, давай подбегай. Будешь у нас танком. Все равно стрелять не умеешь. Ну и будем хостеса понемногу подводить тоже.
Перезаряжайся. Так, куда нам тут? На крышу, да? Давай ты сюда. Ну, тебя либо разведчиком делать, либо... Ну, посмотрим, в общем. Кем там будешь? Так, тебя... Тебя мы сюда. Хотя опасно тут. Я помню, там что, на крыше сидели. О, давай ты подбежишь и возьмешь. Ништяки. Что там? Приклад. А тут там серьезная заварушка будет. Я в этом уверен. Еще и эти. Я думаю, там еще на крыше будут. Сектоиды вот эти вот. Мерзкие. 75. Ну, давай попробуй 75. Потому что у нас снайпер от бога. Отлично, крит вылетел. Не, он не скопытился еще. Ну, пушку бы получше. Это было бы вообще замечательно. Так, ты давай сюда. И давай тебе глухую оборону сделаем. Такова дядя Вася, мы сюда пошлем. Будете отстреливаться. Подожди, ой, чувак. Сморозил херню я, кажется. Ну давай, гранату. Самого опасного снимем. Замечательно. Двоих даже кацанул. Скотина. Ты хоть ее не убил? Или убил? Нет, ее не убил. Две полосочки. Паника, чего вы паникуете? Ну ладно, хотя бы этого снес. Молодец, на 7. Ну ты, кстати, нормально тут навоевал. Господи, это еще дебил паникует. Даже попасть не могут. Снайпер молодец, хотя бы не паникует. А что там вообще включаться собирается? А, можно я немного похожу? Спасибо. Подожди, ты что, реально не видишь, что ли? Давай наблюдай. Если он там двинется, то стреляй. Попади только. Лошара. Не, нормально ты, чувак, на самом деле, пошутил. Заложника не трогай. Тебе повезло. Ну тебе пиздец, чувак. Паника снята, ну молодцы. Так, а нашу привести в чувство можно как-то? Или нельзя? Давай, убей его. Чё ты стоишь, думаешь? 6. Она включится или не включится? Подожди. Немец, давай иди сюда. Не дай бог, он хостеса сейчас убьет нашего. Ну, хоть ты в кого-то попал. Хоть с упора. Наконец-то у тебя повышение. Там чувак уже вон сколько людей перевалил.
давай вперед беги. А ты сюда, давай. Помогать будешь. Так, перезаряжайся. И подбегай вперед. Максимально. Блин, 4 хода, вот это плохо. Всего бегом, давай. Ты можешь что-то с нашей сделать? Переноска. Давай, тащи. А вообще на крышу надо попасть. Ну и ты давай бегом. Я думаю, за 4 хода мы успеем. Если там подкрепления не прибудут. Да-да. Закрывается. Слушайте, как нам наверх попасть? Здесь вроде как-то можно было. О боже, так, а через внутрь. Ладно, давай сюда. Все, давай бегом. Пополз по крыше. Давай, эвакуируйся. Угу. Теперь еще нашу команду надо эвакуировать как-то. Ай, ты ж не можешь точно походить, пока другой ходит. Как же я мог забыть? Все, давайте, эвакуируйтесь там. Аню спасли. Сейчас посмотрю, как она в самолете сидеть будет, кстати. Или такая сонная будет. Посмотрим. Так, давай. Эвакуируйся. Сегодня ты не молодец. Одного только с упора убил. Ну ладно, и то хорошо. Как говорится, в последний момент. Все, 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 давай, улетай уже отсюда. Да, да, да. Эвакуация. Все. Конец миссии. Ранена солдат 2. Ну да. О, сидит. Довольная. Выгубили ее. 4.18. Ну да, это немец. Настрелял снайпер, капрал. Больше всего атак. Самуэль, это, по-моему, этот. Больше пройдено. Но сегодня Аня молодец, и этот чувак немец тоже неплохо сыграл. Не надо было этого американца брать, хотя еще научится. Посмотрим, как научится. Все, давайте. От Седова. Хорошая миссия.
Хамают. Ну да. Убито один, убито пять. Пятерых снес. Это вообще там одного только, и то с упора. Выпад. Да, ты заслужила. Ты молодец. А, здесь да, первое умение это общее. Приклад. Красиво. Ну да, образцовая. Так тогда у нас все операции образцовые. Кроме первой там, по-моему. Так, подожди, оружейные, бойцы. Я в курсе, что пока недостаточно. Серьезное ранение, 39 дней. Ну ничего, отлечишься. Не, я тебя не хотел. Повысить бойца. Гренадер. Красава. Приклад, приклад, приклад. Ну, приклад вообще нужен кому? Снайперу? Что ты можешь? Кто-то у нас снайпер. Ребята, я говорил, что он снайпером будет. Ну, похож он на снайпера, да? Смешной. Нет, давайте нашего нормального снайпера модифицируем. Тебе такой похуже приклад дадим. Урон при промахе. Непонятно, что это вообще. Все, давай. Урон тебе при промахе поставим. Где там наш нормальный снайпер? Где там снайпер, снайпер, немец. Так это не то. Вот он. Вот, идеальный боец. Улучшение оружия. Название орудия это тебе надо дать. Как бы тебя назвать? Ну, потом придумаю. Напишите в комментариях. Вот. Назовем его пушку как-нибудь. А пока дадим приклад кому-нибудь другому. Если он не возражает. Давайте дадим Анне Павловой. Улучшение оружия. А, тут у нас шотган. Ну, отлично. Урон при промахе. Все. Будешь теперь крутой. Мы тебя даже разукрасим. Вот так вот. Поздравляю. Ну, я думаю, на этом можно серию и закончить. С вами был Зазепа. Лайк, подписка. Ждем продолжения. Всего хорошего. Пока.